Что такое? У парня сигналка. Смотри его лицо. Лола, что с лицом реально? Офигеть. Подгорел. Может, надо взять этого краба? Ох, ты ж ёлки-палки! Чувак, я разболелся! Нифига себе! О, акула, смотри. Акула! Ничего себе. Вот это прикольчики. Не, я выжил. Краб! Я помер! О, мы его поймали. Ой, лол. Слышь, ты! А, нам надо убираться с этого острова, и чтобы это сделать, нам надо построить лодку. Сзади акула! А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то мы точно сможем уплыть с этого острова. Раз, два, три. Ребятушки, какой жаркий денечек выдался. Пора бы нам искупаться, да, котяра? Конечно, ё-моё, я готов уже нырять. Просто я себе такой купальник взял, такой акваланг себе взял. Вася, там топчик будет. Да, я смотрю, у тебя акваланг от Гуччи. Бесплатная поездка на пароходе. Ну погнали, чего? А, реально, фри, ничего себе. Так это не ты, что заказывал? Ах ты обманщик, ё-моё. Да, это бесплатный, по акции был. Понятно. Так, о, а что, я не могу отсюда встать, что ли? А, видимо, нет, мы теперь здесь будем сидеть. Ёперный театр. У меня, походу, попа приклеилась. Египетская сила. Да, походу, да. И твой хвост, между прочим, упирается в меня. Ну, так... Мистер Кот, вы не могли бы убрать свой хвост куда-нибудь? Нет, не могли бы, не могли бы. У меня тут он такой. Он меня не слушается просто, он сам по себе. Но у вас, видимо, раздвоение личности с этим, с хвостом. Да. О, мы отправляемся, походу, да. Смотри-ка, мы с тобой стартанули. Эй, я бы хотел на самом деле наверху быть. Там, мне кажется, вип-ложа прям, там всего 2 места. О, смотри, это, говорит... Это что, это что это? Смотри, говорит, какой прекрасный день. Океан. Не, лава ли вроде бы это, ну, типа, как бы так сказать... Лавы ли? Я очень хочу сказать и не могу. Ну, типа, прекрасный день в этом океане, мне кажется. Что-то подожди. И что такое там несется? Смотри, по-моему, там что-то несется. Это луна. Не, я видел там какое-то окружение, какие-то черные, огромные, такие трехметровые. По-моему, слышишь, по-моему, что-то с нами не то. По-моему, что-то прям совсем не то. Походу... О, господи, молния ударила, нифига себе. Я увидел молнию, египетская сила, господа, я жить хочу. Я выжил. Ух ты ж, какая прекрасная водичка, слушай, классная, такая красивая. Ё-моё, посмотри! С нашим кораблем случилась дичь! Мы... Всё, наш корабль накрылся, как медный таз! Мы больше не выплывем, господа! Короче, я выбираю себе сразу девчонку, раз мы остаемся на этом острове, я буду ворковать. Слышь, ты будешь со мной ворковать? Слышь, ты кому там? Я? А, ну забирай эту, тут еще есть. Подожди, она некрасивая. Поздно, бро. Слушай, смотри, нам надо построить палатку. Говорят, найдите 3 чего-то и 3 еще чего-то. Прикинь? 3 бревна и 3... Листа. Говна. Один я уже нашел. Ладно. Так, сейчас... Так, что такое? Нашел камушек. Камушек нужен нам? Ну, не знаю, возьми на всякий случай. Может, будем его я есть. Я нашел золотую улитку. Ничего себе. Воу, полегче. Там панцирь прям такой огромный. Ты ее взял? Нет. Воу, говорит, нифига себе, наступила ночь, причем что-то так быстро. Так, давай-ка мы с вами... А, подожди, мы что, мы хотим поесть? А, нет, давайте побыстрее разведем костер, говорит нам. А кто это нам говорит вообще? А, надо взять сигнальную ракету, нам сказали, слышишь? Чтобы развести огонь. Ёперный театр, что-то у нас... Ой, что происходит? Что такое? У парня сигналка. Смотри его лицо. Лола, что с лицом реально? Подгорел. Не, он что-то не подгорел, у него вообще какие-то щеки такие странные. Лол, что с лицом вообще такое? Братан, ты себя видел в зеркало-то? Это дичь какая-то. Лол. А я еще думал, что это она некрасивая. Слушай, ну мы развели костер. Да, костерчик довольно шикарный. Вот у нас тут есть. О, а куда все побежали, я не пойму. А, бегите в лодку, нам почему-то написали. А там какой-то маньяк сзади. А, там маньяк, реально, беги, смотри, котяра, какой-то беги. Чувак. Да мне-то ладно, там вон девчонка, за девчонкой побежал. Короче, надо, блин, это кто? Что за девчонка там? Беги, не знаю. Беги оттуда, ты чё такая медленная? А откуда этот маньяк улетел, я не пойму, как он выглядит вообще?
Слушай, а ты что, вообще бесстрашный кот, что ли? Там не, я уже тут бегу, короче, вот, все, отлично. Так, а я тогда ничего не пойму. Так, все окей тут? Ну, как бы не все окей. У нас ну, тут как лишь... бы там бегал маньяк, я не понимаю, почему все окей. А, очуметь, друзья, просто очуметь. За нами охотился... Откуда вообще это взялся чувак, я не пойму. Это кто-то из нас, что ли, переоделся? Опять какие-то загадочные убийства? Я не знаю, а что случилось, он загасил девчулю или нет? Mm-mm. Нет, она, кстати, выжила. У него он как-то ее кривовато и слабенько гасил, прям очень-очень еле-еле, и поэтому... Слушай, а у этого пацана лицо до сих пор размытое. О, смотри, он ей ногу оторвал, она теперь без ноги. Да ладно. Да. Слушай, ну теперь это... Это твоя подружка-то была? Нет, это которая страшная. Она теперь еще без ноги. Вообще жесть какая-то. Что это такое? О, и что? Это может надо пожарить? Похоже на какого-то гуманоида из страны жопа. Возможно, да, из волосатого попа. Я, честно слушай, говоря, это можно есть. Я, честно говоря, не знаю, что это, но, по-моему, это какая-то колючая штука, которую, наверное, точно нельзя есть, по идее, я не знаю. Я не видел таких фруктов. Ты хоть раз видел такой фрукт? Нет, мне кажется, этот фрукт похож на волосы, что ли, но какой-то странноватый, честно говоря. Ну, он вообще странноватый, до ужаса. Я прям вообще не знаю, на что это похоже. Это какая-то... Ну, может быть, где-то в Африке где-нибудь такие, может быть, и есть, конечно, фруктики. Но что-то... Да, всякое может быть. Когда ты его ешь, такое ощущение, как будто он просто вгрызается тебе в морду, и все, и у тебя минус лицо. Не, он обычно, так. Смотри, здоровье не сносится. О, можно на дожде тогда сидеть, ё-моё, зачем нам прятаться? Я люблю дождик. Дождик это хорошо. Да, в принципе, дождик это прикольно, почему бы и нет. Дождик это вообще вот, кайф. Нормально потусить. Да, свежий воздух. Красота, вот это я понимаю отдых. Мы кого-то уже поджарили, а краба? Да? Слышишь, да, у нас жареный краб на обед. Лол, что-то как-то это... А что вы есть-то будете? Ну, краб, допустим, я его съем. А что вам останется? Это мой краб. Моего краба стырит, хочет! Слышь ты! Пацан! Ох ты ж, ё-моё, нифига себе! Что происходит? Короче, молния ударила прям в зонт, и все, и загорелся чувак. Был пацан, нет пацана. Пацан к успеху шел. По-моему, он не пришел к успеху. А, он выжил, смотри. Он не умер? Нет, он выжил, вот он живой. Живее всех живых. Странно как-то. Нам нужно потушить, что ли, или что ее? Непонятно. По-моему, мы сами пока не знаем, что нам надо делать. Это забавно. Может, надо взять этого краба? Ох ты ж, ёлки-палки! Чувака развалило! Нифига себе! Чувака просто развалило! Ты видел просто болги его прям... Прям взяло и просто разнесло на щепки. Ёперный театр. Шок-контент. Это было люто. Да, так, слушай, мы опять под этим зонтом. Ёперный театр, вот это было крипово. Я чуть не офигел, когда его расплющило просто. О нет, снова ночь. Тут какая-то дырка. Где? Вон там. Что за дырка такая? Я так интересно. Понял, это у нас снова шторм, потому что, смотри, снова у нас белая вода. Ну да. Интересно. Так, маленький остров какой-то, смотри. Сейчас мы туда, видимо, побежим. Так вон, смотри, есть еще этот, как его, дырка в дереве. Да, и есть дупло. Но вряд ли мы туда влезем. Странно. Какой-то белый луч. Непонятно, что происходит. Ну... Мне кажется, что надо будет бежать туда, потому что он светится. Короче, я рванул туда, котяра, я не знаю, куда ты. Я тоже побежал, я, кстати, так понимаю, что... А, так вот что это за дыры, ёлки-палки. Офигеть, шипы. Офигеть, это ловушки, оказывается, поставил этот чувак, походу, монстр, только когда он все это дело успел сделать. Да я не могу. Опа. Вот он, этот чувак. Да, с нами краб, кстати. Кстати, смотри, он довольно прикольно выглядит. Ебой, красавчик такой. Криповый чувак, да. Да не, он почему криповый? Такой нормальный. Это у него ножик даже деревянный. О, акула, смотри. Акула! Ничего себе. Офигеть. Фига себе, то есть мы отсюда выбраться не сможем. За нами прилетела акула.
Заехала чисто Походу, в гости. Да. Прилетела, приплыла. Чисто на моторе такая. Она учуяла твой запах. Короче, пора валить, смотри. Тут. Ух ты ж, ё-моё, прикольно. Нифига себе, паркур. Бобби. А, приколись. Вот это прикольчики. Я выжил. Я помер. Ладно, я выживаю. О, смотри. Мы сзади этого пацана находимся. Где? В смысле сзади? У тебя нет заставочки? Нет, она прошла. О, мы его поймали. Ой, лол. Слышь, ты! Ты какого черта? Эй, Вася! Ты как... чё, опух? А кто его поймал? Не знаю, там парень вот этот в кепке стоял за ним. С этим кругом. Прикольно. Видимо, он его и накинул. Чё-то он какой-то недовольный лежит. Предлагаю зажарить его и съесть. Зажарить и съесть было бы неплохо, но нам написано, что надо найти камень, где он прятался. А вон этот Кирюха нашел. Шип! Там шипы стреляют. Прикольно. Ого! Да это ж целая. Ё-моё! Ё, оперный театр, да это ж целая пещера. Приколись. Так, а. Вообще всё, по приколу. Короче, чё, вы тебя... прошли куда-то? Чё, тебя убило? Не, я живой. Мы прошли, но тут не сказать, чтобы прям что-то... А, смотри, он тут что-то, какие-то планы что ли строил или что? Он тут нарисовал себя на бревне. А, как он уплывает. А кстати, смотри, тут у него валяются вот эти шипастые штуки. Да, их можно брать. А девочка убежала куда-то, слушай. И мы телепортнулись сразу. О, снова на месте. О, здорово, чувак. Ну что, рассказывай, как ты дошел до такой жизни? Нам нужно... Любопытно. Нам надо убираться с этого острова, и чтобы это сделать, нам надо построить лодку. Интересно, тут везде стоят теперь вот эти вот ловушки всякие из бревен. Ну да, это этого чувака. Любопытно. Так, нужно... Нам нужно, получается, древесину. Один лист, да, древесину. Ё-моё, по приколу. А, вон бревно мы нашли. Так, я, кстати, нашел какую-то странную штуку. Это, походу, будет нашим парусом. А, да, это листочек парус, получается. Все, его подбираю. Отлично. Все? Все, собрали, нифига прикинь. Себе. Мой вообще... последний ингредиент был. Дрим-тим. Ой, о, ё-моё, все, что, пакеты, это, что это за плод такой странный какой-то? По-моему, он это, маловат малость. Да, любопытненький, конечно. Слушай, скажем так, сделанный на скорую руку. Оу. А чувака-то мы забыли? Какого? Ну, этого преступника. А, да пусть валяется тут. Братан, ты с нами пойдешь? А, смотри, мы выбираем, будем ли мы его забирать с собой или нет. Он же пытался нас убить. Я нажму yes. Дам шанс пацану. Ну, я тоже, наверное, дам, почему бы нет, в принципе. Все-таки мы коты, мы добрые. Бываем иногда. Чего? Мы решили не брать его? С нами? Да! Ничего себе. Это получается, большинство проголосовало, что мы его не будем брать? Ну, видимо, вот этот парень со странным лицом обиделся на него и решил его не брать. А, не, мы его взяли, смотри, вот он. Он с нами. Да ладно. Мы поставили пацана. Да, вон он лежит, смотри, вон он, видишь, он лежит с нами. Так я что-то не вижу, плот маленький уплывает. Не, я вижу его, он прям лежит в этом, в баллоне. Вот он, видишь, лежит. А, все, точняк. Сзади акула. Ух ты. Ё-моё, ух. Да ладно. Всё-таки... Он ее деревянным мечом завалил. Все-таки мы его взяли, и он, короче, акулу кукнул. И он говорит спасибо за то, что меня взяли. Ё-моё. Вот это сюжет. Да, деревянным ножиком завалить акулу, это реально так себе. Ну что ж, это было на самом деле прикольно. Видимо, пацан-то оказался не такой злой, как казалось, да? Ну, что-то это... Ну, что-то не знаю. В принципе, если бы он нас всех завалил, то ты по-другому говорил. Возможно. Ну ладно, ребят, я надеюсь, вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Котика Игромана. И всем удачи, до скорых встреч. Пока. Au revoir!